Ты знаешь, Оля, я всегда обращаю внимание, как женщины идеально могут подбирать цвета. Многие женщины не могут справиться с этой задачей, поэтому у вас есть мы, рубрика «Мода» и телеканал «Шопен Шоу». Наша модная рубрика помогает вам подбирать не только отдельные лоты, отдельные костюмы, но еще и обращать внимание, как они смотрятся в совокупности с обувью. Пришло время выбрать для себя летнюю обувь, полуботинки «Мария». Ой, какие красивые! 1300 рублей экономия. Это выгодно. Вот, например, как сейчас демонстрирует наша модель Марина. Вообще, сразу хочу сказать секрет стройного силуэта. Вы замечали, что женщины одного роста смотрятся по-разному? А знаете, в чем секрет? Если вы небольшого роста, как мама Оленьки, мы передаем ей большой привет, у тебя нормальный рост, я рекомендую вам выбрать, например, брюки Алла и полуботинки летние Мария одной расцветки. Это будет удлинять ваши ножки и делать силуэт стройнее. Марина так и сделала. Марина выбирает коричневый цвет. Обращаем внимание сразу не только на красоту перфорации, натуральной кожи, между прочим, это но еще да. и на мягкость и удобство. О, Света! Да ладно, неужели это натуральная кожа? 2499 рублей. Да сейчас кожаная обувь стоит 5 с лишним и выше. Моя-то красота. Да. Давай посмотрим сейчас на все преимущества. Итак, у нас для вас 4 цвета. Коричневый цвет – выбор нашей модели Марины. Вот он на ваших экранах. Следующий цвет – синий. Я знаю, что многие женщины предпочитают не только черную обувь, но и обращают внимание на синий. С джинсиками как будет хорошо. Очень красиво. А у нас есть и черный. Конечно, мы все ваши запросы удовлетворяем. Без черной пары обуви я не мы. Мысли вообще своего гардероба. И есть яркие, красные. Ой, какие они сочные. Да, сочный модный цвет 2016 года. Оля, сразу сейчас хочу перейти к главному. Как выбрать свой размер? Наша размерная линейка богата. Смело заказываем размер в размер. Обращаем внимание всегда на круглый мысок. Если мысок круглый, а не заостренный, эта обувь не только комфортна, а еще идеально подстраивается под ваши пальчики. Вот, учитываем здорово. Натуральность кожи. Угу. А натуральность кожи, мы знаем главное свойство, эластичность. Она подстраивается под вашу ножку. Смотри, здесь на месте подъема, вот где у нас подъем, есть арка. Эта арка здесь не случайно. Многие добавляют эластичную ленту, а здесь дизайнеры обдумали, сделав арку. То есть, расширяясь, полуботинки летние Мария подстраиваются под любую ножку любой полноты. Прям фигурный вырез. А еще отмечу, что у нас в синем цвете и в коричневом похож дизайн. Вы видите, какой рисунок? Да, это перфорация. Посмотрите, а я сейчас вам продемонстрирую черный и красный. У них идет перфорация тоже похоже. Если вы присмотрели для себя черный или красный, вот как они будут оформлены. А я хочу добавить, что у нас идет очень интересное украшение. Мы видим стежку. Выполнена она из плотных нитей, шелковистых нитей. И мне нравится, что эта стежка как бы украшает наши полуботиночки летние. Сейчас я хочу сказать о самом главном. Давайте посмотрим на внутреннюю часть обуви. Вот, Оля, сегодня мы, я с гордостью просто предлагаю нашим женщинам не только красивую, но и качественную обувь. Если вы та женщина, кто следит не только за модой, но и внимательно ухаживайте за своими ножками. Для вас, конечно же, будет важна внутренность. Полуботинки летние Мария имеют стельку. Она выполнена по всем стандартным, даже советам ортопедов. Мы видим массажный эффект за счет пупырышек. А знаешь, в чем самое главное преимущество? В чем? Стелька выполнена, внимание, из натуральной кожи. Вот. Мы можем носить полуботиночки без носков, потому что они здесь не нужны. Наши ножки будут дышать. Слушай, какая прелесть. Она такая мягкая. И каждая стелька четко по размеру стоит в ботинке летние Мария. Причем, посмотри, Свет, вот я сейчас хочу на красное акцентировать внимание. Как будто чешуйки здесь такие красивые рисунки. Или перья жар птицы. Каждая женщина увидит в этом что-то свое. Еще раз хочу обратить внимание на дизайн подошвы. Говоря о дизайне подошвы, замечу, что это резиновая подошва. Это не только удобно. Удобно, еще в период дождей, это даже еще и надежно. Вообще сразу замечаю, что натуральная перфорированная кожа быстро высыхает. Женщинам не только ножки дышат, но еще и ножки будут дышать на протяжении всего дня и будут свежи. Слушай, ну с брюками очень классно, мне нравится. А вот можно ли будет с юбкой, например, надевать? Я хочу сейчас порекомендовать многим женщинам обратить внимание, если это будет юбка, то она спортивного стиля. Так. Либо, например, стиль casual, но ни в коем случае не шифоновая, не вечерняя. Обратите внимание сейчас на то, как гнутся наши летние полуботинки. А сейчас самый главный эффект. Вы видите, что кожа не пострадала, она не деформировалась. Даже больше скажу, у нас пяточка сохранилась.
сохранила свою форму? Потому что внешне она усилена, и изнутри нет никаких грубых швов, которые бы доставали женщине, доставляли дискомфорт. Я считаю, что для тех женщин, у кого часто бывает отечность, и для тех, кому тяжело ходить в модельной обуви, но хочется красивую пару, забирайте туфли Марии. Мягкие, легкие, вы посмотрите. Вот так даже. Я вот такие, например, бы взяла и в сумку положила. С удовольствием. Сняла, переобулась, сняла каблуки. И все. Я хочу даже сказать, что такую обувь можно носить и в сумке. Итак, еще раз 4 цвета. Натуральный коричневый цвет. Я бы даже назвала его с оттенком какао. Для тех женщин, кто любит и предпочитает классику. Да, следующий цвет — это яркий красный. Здесь как будто чешуйки, как будто перышки жар-птицы. Следующий цвет — это синий. Точно в таком же дизайне, как и в коричневом, выполнена перфорация. Ну и черный цвет. Классика жанра. Многие женщины предпочитают темную обувь. Я обращаю внимание на том, что мы можем выбрать сразу две пары. Mm-hmm. Например, черный и светлый, или черный и красный, или синий и натуральный коричневый, или синий и красный. Выбор за вами. Слушай, вот я мну их, я трогаю, понимаешь, вот любые, какие ни возьми, они мякушки-мякушки, так приятно к ним прикасаться. Скажи, испытываешь наслаждение? Это точно. Да. И мне нравится, что здесь еще на подошве есть какие-то пупырчики. Посмотрите, вот они прям... Вот сейчас показывает Марина, как его в подошву у нас исполнено. Ты знаешь, что секрет подошвы еще в том, что массажный эффект, мы добиваемся массажного эффекта не только благодаря стильной стельке, удобной стельке, но еще и этим резиновым пупырышкам. Все продумано до мелочей. Представь себе бесплатный массаж. Ты просто платишь за летние полуботинки, но ты получаешь еще и массажный эффект каждую секунду. Это производство Белоруссии. Белорусская обувь, полуботинки летние «Мария». Сколько стоит ваша легкая походка? Посмотрите еще раз на цвета, которые мы вам предлагаем. И к любому заказу мы положим вам в корзиночку заказа ваш подарок. Серебряное, драгоценное украшение! Какой бы цвет вы ни выбрали, какой бы заказ ни оформили, с какой бы рубрики вы ни выбрали свой заказ, забирайте драгоценное серебряное украшение.